В Видном прошел обучающий семинар под названием «Проблемы и практика применения законодательства в области экологии и природопользования в 2016 году». Администрация Ленинского района оказала необходимую поддержку в организации учебы. Открыл семинар технический директор группы компании «Экологический центр» Михаил Муравьев, раскрыв основные аспекты законодательных новшеств и познакомив участников семинара с работой «Экологического центра». В ключевые законы по экологии внесены изменения. И у представителей предприятий, у экологических служб возникает большое количество вопросов. Что с этим делать? Как это применять на предприятиях? И для того, чтобы разъяснить предприятиям вот эти вот аспекты экологического законодательства, как раз было принято решение проведения таких семинаров. Облегчить работу специалистов в сфере экологического менеджмента, помочь понять все нюансы и обойти частые ошибки – также задача таких семинаров, которые стали постоянными, начиная с 2015 года. Докладчики ответили на все вопросы, которые были заданы на семинаре, большинство которых касались переоформления паспортов на отходы и другой документации.